Всем хай, с вами Стив Про, и сегодня я покажу Zombie Simulator Mod для Майнкрафта Pocket Edition. Друзья, теперь этот мод устанавливается как текстурпак, и большое спасибо Максу. Если кто не знает, то Макс — разработчик именно этого мода. Он просто делает классный мод, который, возможно, в будущем станет топом, если Макс его доработает и сделает просто шикарным. Собственно, друзья, мод и вправду уже классный, и он имеет много разных функций. Что ж, во-первых, первая функция — теперь на жителей будут нападать скелеты. Да, скелеты будут довольно агрессивно реагировать на этих жителей. Ну и логически зомби на них тоже будут реагировать агрессивно. Ну, друзья, на этом еще не все. Теперь, если вы будете находиться в режиме выживания, ни скелеты, ни зомби, ни одни враждебные мобы, точнее, пока что только зомби и скелеты, не будут вас трогать, что очень классно. Куда он убежал? Вот, друзья, скелет, и он нас не трогает. Но если, конечно, вы его ударите, то он станет агрессивным, и это будет минус в вашу пользу. Ну, друзья, также если вы выйдете без всякой брони в день на улицу, то вы загоритесь, потому что вы стали зомби. И вы знаете, что когда скелет, к примеру, ударит зомби, то скелет начинает агрессивно реагировать на зомби. То же самое произойдет и с вами. Но если оденете золотой шлем, или железный, или алмазный, или там какой-нибудь кольчужный, то, друзья, урон носиться вам не будет. Но, к сожалению, ваш шлем будет тратиться, и со временем вам придется его поменять. Поэтому будьте осторожны и всегда следите за прочностью вашего шлема. Ну, друзья, это, собственно, маленькое обновление, но не могу сказать вам маленький, потому что это большое обновление, которое приносит много изменений. Собственно, это все, что я хотел показать сегодня. Ставим лайки, а также подписываемся на канал.